Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры и инвесторы. С вами, как всегда, Александр Сударев, и сегодняшний видеоролик будет снят в непривычном для нашего канала формате, а именно это живой формат, в котором мы сможем с вами немного пообщаться. Почему мы решили снять такой видеоролик? Дело в том, что, бороздя просторы интернета в свободное от работы время, я наткнулся на пару интересных статей, вызвавших у меня очень сильный интерес и породившее огромное количество вопросов. Данные статьи касаются напрямую непосредственно всех нас с вами, всех тех, кто пользуется электроэнергией, включает любой вариант освещения в своих домах, квартирах и офисах, ну, в принципе, везде, где необходимо искусственное освещение. Так вот, давайте для начала я зачитаю вам одну из статей. Данная статья находится на сайте Mail.ru. Все это находится в общем доступе, и вы сами можете с этим ознакомиться. Итак, ученые заявили об опасности синего цвета для зрения. Американские биохимики из Университета Толедо в штате Огайо выяснили, что синий цвет вреден для зрения, так как изменяет структуру молекул сетчатки глаза человека. Если вам будет интересно, вы сможете поставить видеоролик на паузу и прочитать всю статью. Я вам, так сказать, самый заголовок озвучил. Обычно так, статьи подобного рода я пропускаю мимо глаз, потому что, как правило, это подсадные утки, в принципе, неинтересные истории. Но так как мы с вами уже затрагивали данную проблему, Дайнего Виталий Николаевич нам об этом подробно рассказывал, поэтому данная статья порождает ряд вопросов, на которые мы хотим получить ответы. Но это не все. Вторая статья, которую я нашел, называется «Тихо, счетчики гудят», и она довольно-таки объемная. Сейчас я вам ее зачитаю, у вас на экранах она также появится. Тем, кому интересно, можете поставить видеоролик на паузу и подробно ее прочитать. Я хочу зачитать вам ее часть, где показан именно комментарий главного редактора. Так вот, давайте начнем. Когда я впервые прочел эту статью, мне сразу же захотелось проверить свой родной электросчетчик. Для этого нужно включить достаточно мощную нагрузку, чтобы не вести эксперимент целый день. Подключить вольтметр и амперметр и зафиксированный отрезок времени, например, 1 час, снять показания счетчика, вычислить разницу и сравнить с произведением показаний вольтметра и амперметра. Мощная нагрузка была в наличии, электропила. В качестве амперметра был цифровой мультиметр с пределом тока до 20 ампер. Вольтметр тоже имелся, но тут выплыли два неприятных момента. Первое, чтобы включить амперметр, нужно разрезать шнур питания. Второе, если колеблется напряжение сети, то нужно постоянно записывать показания приборов, время измерения, а затем заниматься сложными расчетами, без гарантии их точности. Чтобы не резать шнур, нужно было изготовить переходник с мощными розеткой и вилкой. Короче, дело зависло. И тут ко мне обратились специалисты из фирмы SEA с просьбой перевести на русский язык техническое описание импортного прибора измерения качества электроэнергии SA8334. В процессе перевода я обнаружил режим измерения расхода электроэнергии с точностью до 1.5%. Прибор имеет европейскую сертификацию, в одном из будущих номеров электрика я его опишу. Выпросив у фирмы прибор, я произвел измерение. При полностью включенных четырех конфорках электроплиты прибор указал мощность 6,24 кВт и за час насчитал расход 6,24 кВт-часа при всех колебаниях напряжения сети. За это же время счетчик накрутил 6,6 кВт-часа. Таким образом, цифра, указанная счетчиком, оказалась на 6% больше реальной. К сожалению, набрав статистику по другим счетчикам, у меня нет возможности. Итак, ознакомившись с данной статьей, у меня возник ряд вопросов, на которые я бы хотел получить ответы. И для этого я решил сначала ознакомиться с тем, кто же является автором данной статьи. К моему великому удивлению, автором оказался Дмитрий Александрович Дуйнов. Статья была выпущена в журнале Electric за 2003 год, журнал номер 12. И, пользуясь своим служебным положением, я решил задать все эти вопросы напрямую Дмитрию Александровичу. Поэтому, если вам тоже интересна данная тема, обязательно подписывайтесь на канал. И в ближайшее время у нас выйдет видеоролик с подробным разъяснением ситуации по этому поводу. Спасибо за просмотр. До новых встреч.